Здравствуйте, друзья! Я веду репортаж со своего лэптопа, и мы находимся в данный момент в городке Санта-Крус на Тихоокеанском побережье. А вот тут в Pebble Beach. Pebble Beach – это городок, по которому проходит знаменитый 17 Miles Drive. Это между Кармелом и Монтереем, и Pacific Grove. Это вот от нас тут, может быть, не знаю, там 30-40 минут проехаться тут рядом все. Pebble Beach такое, можно сказать, курортное место, богатенькое, закрытое. Там просто так не проедешь, надо денежку заплатить. Короче, раз в год здесь проводится такое Vintage Cars Show, аукцион. И давайте мы посмотрим. Там будет свыше 200 машин, из которых 140, там тут говорят, должны были бы продаться за миллион и дороже. Вот, например, вы видите первую модельку 63-го года Shelby 289 Cobra. Вот так вот оценен в 1 250 000. Такой очень симпатичный, правда? Очень симпатичный автомобиль. Или вот, например, мы видим 69-го года Corvette L88. Такой вот, пожалуйста, 1 100 000, так вот оценено. Что у нас дальше тут? О, красавец, Lamborghini 76-го года. Можно сказать, почти современная вещь. Так, идем дальше. 2 миллиона предполагается. Вот этот мне очень нравится, ну очень, не знаю, необъяснимая такая эстетика простоты. Бентли 56-го года. Я родился в 56-м году, друзья. Это машина моего детства, можно сказать. Я просто детство не в том месте провел. Значит, Continental. 1,2 миллиона. 1,2. Можно, конечно, наверстать сейчас. В наше время жалко 1,2 миллиона за автомобиль. Хотя есть люди, сами понимаете. Вот. 76-го года Porsche, пожалуйста. Так, а это у нас что будет? Это Феррари 63-го года. 2,3 миллиона. Смотрите, как интересно. Какие цены вообще на автомобили интересные бывают. Этот Феррари 56-го года GT. Берлинетта. Да. Так, а вот, вот красавец. Вот он. Прелесть какая. 31-го года Бентли. 31-го года 5,5 миллионов. Я не уверен, что большое счастье сидеть за этим рулем, но так бы уникальная вещь. Так, а вот смотрите-ка, что тут у нас. 61-го года Ferrari GT. Угу. На похожие машинки 63-го года GTO ездил Джеймс Бонд. Так. Ну-ка, а этот красавец, что у нас тут? 7 миллионов, друзья, 7 миллионов Porsche 60-го года. К чему я клоню-то? Я клоню к тому, что шоу само будет происходить в воскресенье. То есть, грубо говоря, уже завтра, учитывая, что сегодня 12:30 ночи в субботу. И мы со Светой подумали, надо бы пойти и заснять все это безобразие. Вот эти 200 автомобилей. Чтобы вам было, может быть, так любопытно на них глянуть. И мы завтра попробуем узнать, что там с билетами. Там вообще билет стоит $350. То есть, если заранее заказать, то 300. А так вроде 350. Мы вот завтра позвоним узнать, это 350 на каждого или, например, на всех, кто в одном автомобиле. Потому что в сервис входит парковка, от парковки шаттл к месту действия. На это время закрыт доступ для всех, кто там может быть. Просто так любопытствующие. То есть, либо те, кто живут, либо их гости, либо те, кто на шоу с билетом. Поэтому я вот узнаю. Если за 350, мы, наверное, пойдем. А если, скажем, за 700, то что-то как-то мне кажется, это чересчур. Вот. Ну, в общем, друзья, такие вот события происходят у нас тут на пятачке. И, что называется, прошу высказываться. Счастливо!